Андрей, что мы сегодня готовим? Салат Цезарь. Для этого нам понадобятся помидорки. Подберем. Вот так берем. Пакет был открыт с другой стороны, надо его. Ну ладно, вы не повторяйте так, как мы. Вот так вот наваливаем их сюда, чисто, чтобы сполоснуть. Берем их, водичкой заливаем вот так вот и моем. Прям намываем хорошо, чтобы было чисто. Сливаем водичку. Слили. Помидор уронили. Вот не так. Нет, для кулинарного блока. Мы с Пашей снимаем, давай. Да, вот. Должен сказать, много помидоры или нет? Ну как помидорка? Вкусно. Что-то хочется. Обламываем все веточки, короче. Если веточек нету, можете не обламывать их. Ну, естественно. Ну да, я просто говорю. Если нету, приделайте, обломайте. Да. Гениально. Ты что, помидор выкинул? Вы что, миллионеры? Помидор или поперек? Тут уже зависит от вашего... Вдоль. Поперёк. Так проще. Все, помидоры готовы к употреблению. Отлично. Дальше. Капуста. Салат. Ну как, да. Капуста. Что-то он подзавёл, конечно. Да нормально. Вы купите свежий, не повторяйте ошибок. Ну верхний слой мы снимаем, потому что у меня так всегда. Ну да, это логично. Потому что он тухлый. Можно Егору да. Егор, хочешь попробовать капустку? Нормально или нет? Чисто рвем салатик, ну, как вам нравится, в середине. Да, вообще все равно, рвите его просто руками. Главное, тут корешки жесткие, не рвите. Главный ингредиент шко. Это мяско. Мяско. Можете использовать курицу, рыбу. Я думаю, можно даже чуть подогреть, чтобы я наводить. Тоже так думаю. Мяско теплое. Я рад. О! Даже не четко все ушло. Уф, помидорки. Уф. Ну, я думаю, это непревзойденный кулинарный шедевр. Я тоже так думаю, не забудь сухарь. Не пытайтесь это делать дома, повторить этого, вам все равно не удастся. Да. Да весь, высыпай, я потом просто перемешаю. Не, это красота. Другой салатик вытащил. Красота, блин. Теперь сухарь. Чуть мало, поюрить. Ладно. Нормально. Знаешь, презентабельно выглядит. Когда есть, будем перемешаем. По-любому. Все, да, что ты можешь пожелать будущим поварам? Будущим поварам? Даже не пытайтесь это повторить. Неповторимый оригинал. Ну как это? Ну? Он не может уже остановиться. Да, все. Он врач. Реально. Ну вот. Ну все. Если что, соус можно хлебушком потом вымакивать со дна. Неизвестная консистенция. Ложку? Ложку. Ох. Давай презентабельно за старой. Смотри, пощавка еще. Мне просто больше нравится то, что она в тепле пролежала, как бы. Это идеально. Попробуй, Андрей, теперь ты. Ты зожник. Как раз еда зожинская, да? Да, огурчики, кукурузка, рыбка. Все свое. Домашнее. Не, вот такой салат, то есть консерва. Ставлю лайк. Если не откроется балка. Надо строить давление. Я ее пробью вилкой. Да. Справлю давление. Куда ты пробьешь, алло? Пробить его прикольно. Эффектней, да? Да. Ну это разве круто? Где контент? Накладываем огурцы. Можно даже еще бахнуть один. И просто рядком. И пошли. Один к одному. Вы можете нарезать их разными фигурками. Вот я звездочками режу. Да, это видно. Напишите в комментариях, насколько готовка Андрея по пятибалльной шкале. Я думаю, на 5. Их у нас колбаса бюджетная, мясо вместо нее. Оливье голимый, но огурчики вообще исправил. По-любому. Дальше для нашего супер оливье голимого. Потому что голимый. Открываем горошек. Аккуратно, чтобы не влезли бульончик. Тянем? Ну-ну. Горошек. А кукурузка есть. Естественно. Отлично. Дальше у нас крабовый салат. Подписывайтесь на канал, ставьте. Главное. Чтобы аккуратно горошек насыпать, нужно слить водичку. Для этого мы вот так вот прикрываем крышечку, чтобы горох не высыпался. И все сливаем. Сливаем до того уровня, где будет спать горошек. Ничего. Все равно в холодильнике стоять будет. Берем и аккуратненько насыпаем по краям, потому что места уже не осталось. Бля, Андрей, ты просто всю пачку. Бля, все, хватит. Андрей, куда столько гороха, я понимаю.
Белок. Любитель белка. Закрываем. Блядь, отойдем подальше. Я тебе три банка. А ты какие тарелки, что там? 50 рублей, дам тебе почту. Давай. И перемешивай. Тщательно. И вуаля. Ну, сработало. Сработало, естественно. Пошел, крабовый салат. Да, крабовые палочки. Разрезаем упаковку пополам. Желательно делаем это над раковиной, потому что там сок. Вытаскиваем по одной. Почему по одной, расскажи. Потому что по две не бывает. Очевидно. Дилетант. Выкладываем в ряд, как огурчики и крошки. Берете вот так вот. Краешек чуть-чуть надрезаете. И разматываете. Так разматывать не буду. Дайте нет, у них край не подрывается. Их вот так вот по-своему берешь, вот так вот съедаешь. Зачем ты что ты делаешь? Так разматываешь. А зачем? Вкусно. Так а зачем ты их разматываешь? Я. Их можно же так крошить. Я люблю крабовые палочки. Ну я понимаю, такая, мы их не жрем, мы их режем. Эй, на салат. На салат. Да ладно, я. Ну что, ебанусь? Да выпишешь! Может камера дергать, типа, долбит музыка там. Вот так, да? Ух. Берем и нарезаем. Дальше они там сами развалятся в салате. Балдеж. Залипательно. А сымары сделаем для этого. Залипни челлендж. Резать мыло дальше будет. Всегда мойте руки. Забывай. Это к чему сейчас? Ковид. Надо предупреждать. Дисклеймер, да, такой? Вот здесь вот должен быть. Да, что-то дофига получается, надо съесть остатки дома. Что, еще осталось? Вот. Остатки можно съесть. Ну и ладно, я съем. Что, на два хватит? Хватит, тебе спас крабовый палец! Лидером называют! Хватит, сюда! Красный слоп! Иди-ка, я не знаю. Я не знаю. Можно пробить вилкой, чисто по приколу. Аккуратно тянь, чтобы не обрызгаться. Оп! Где водичка? Нет водички, да. Не налили! Не переборщите. А то сладкий салат получится слишком. По вкусу добавляю. Да. Ты сейчас всю банку высыпешь? Да не понял. Смотрите, други в лото играют. Старость не радость. Ух, молодимся. Чекай, типа на второму кругу пускаем. Вон Вова второй раз общается. Несколько минут, 2020. Пиксельный какой он у меня. Вообще-то второй раз просто. Ну и что? Давайте каждый день. Я на первый не встал. Да, и завтра собираюсь. У Вадика дома уже. Пей гору интернет. Это болезнь.